такой нормальный судак. Друзья, всем привет. Вы все правильно поняли, я приехал сегодня на реку Меша и буду проверять, есть ли тут судак, клюет ли он тут. Сегодня пробуем чуть выше села Караишево, такое вот тут интересное местечко, довольно дикое, поэтому я думаю, сегодня что-то интересное обязательно должно случиться. Поэтому давайте смотреть, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, думаю, будет круто. Сегодня на medium light ловлю. Не кошечку наловил свою, тут все равно в корчи, все дела. Может быть, рыба крупная, поднимать нужно ее. Поэтому все-таки посильнее, помощнее спиннинг возьму свой Lucky John Amira. Возьму большую катушечку 3500-ную. И леску, у меня тут стоит 1.2 Варивас. Думаю, что это такой самый оптимальный сейчас комплектик. Посмотрим еще сейчас, что по весам. Пока так покидаю грамм 10-8, наверное. Чисто для проверочки. Главное, чтобы на точке стояла белая рыба, конечно. Сегодня у меня с собой одна только коробочка. Но тут она плотно набита. Тут и мандулки, и резиночки. А начну я вот с такой вот. С такого вот виброхвостика 4-дюймового на 8 граммах. Я думаю, самое то будет. На офсете, на очень маленьком офсете. Потому что здесь жесткий. Думаю, самое то. Видали, да? Ребят, как бывает. Огромный просто айсберг откололся. Посмотрю. Главное бель найти. Стайку, чтобы касания были. Я думаю. Ну или стайку судака тоже можно. Не! О! Да! Жерех! Восемь! Вот для чего нужен medium light, ребят. Жерех прям под берегом. Опа! Вот, ребят, прям, смотрите, как он классически взялся. Классно. Вообще супер. Вот это да, поклевка, вот чисто вот как будто бы судак долбанул. Такой, килошный. Вот такой вот жерешочек. Первая сегодня рыбка. Поклевка, вот чисто судак. Сопротивление, как будто бы щука. Я уж думаю, что это за рыба может быть. Казалось, жерех. Прикол вообще. Сейчас его отцепим, отпустим, чтобы дальше рос. К сожалению, жерех был единственной рыбой, клюнувшей в этих местах. И мы решаем переехать ниже по течению в Карадуле. Людей на точке было довольно много, но мы все же решили попробовать покидать спиннинг. Я поролон ловил, сейчас на этот силикон 4 дюйма. Конечно, надо разное пробовать. Не, крупный. Хотя... Ну, поклевки у них, конечно, вообще дерьмо. Если это
хищник. Давайте ли кошка? Там с самого выброса. Да, такой, блин. Ну такой. Грамм, наверное, 700-600. На, в сети. Зарядил им. Поролончик ты зеленый хочешь? Вот, вот. Вот он. Красавчик. Ставлю вот такую же форму, только в оранжевом цвете. Посмотрим. Это покрепче силиконка. Думаю, не разорвут ее слишком быстро. Довольно... Овсетник, конечно, мелкий. Сейчас чётенько. Чётенько хлопну. Это помощнее. Это прям вообще конкретно давит. Прям четко, прям. Тюк. Ага. Нормально? Побольше. Ой, блин. Опять же. Чётенько так хлопнул. А, смотрите, как съел, да? И как я его просек. Чего? А, виброхвостик, 4 дюйма. Релаксовский этот, как его называют, Техас. Вот. Ну, обычный, короче. Самый обычный это. Вот этот цвет прикольный. Да? Я вообще на шару взял, если честно. Не, вот этот цвет хороший, он такой вот и не сильно оранжевый. Да-да-да. Все-таки доловил я этого красавчика с ямки. Он у меня со второго раза попался. Первый раз отгрыз силиконку и со второго раза все-таки клюнул до конца. Ну такой хороший подкилошник. Ну что ты меня прям поперек судака кинул? Я понимаю, он мелкий, но не надо уж так. Кайф. Мой быстрее вышел. Ой, бля, чуть не уехал. Не, у меня поменьше. Нет, последний же у меня, они вон без хвоста даже. Вторая пачка, всем уже, все. Все, кончилось. А что вообще работает? Телушка оранжевенькая? О, красная. Кайф вообще. Вот это вот нормальный судак. А у меня туда какой-то. Тут еще ой, это вообще, это порнография, я даже не хочу. Я там вчера смотрел твои видео, я в приказание ходил. Ага.
О, ну наконец-то. Ну все, пошла раздать, ай да. Этого красавчика. Пустим. Что там у тебя? Рыба? Давай, давай. Ну слушай, прям реально сопротивляется. Это на 3 дюйма, что ли? Смотри, он даже не хочет сюда плыть. Нормально, нормально. Смотри-ка, вообще нормально. Давай, давай. Слушай, это вообще нормальный судачочек, ой, сорян. Ну, на 3 дюйма, видишь? На 3 дюйма, да? Уменьшение сработало, но это уже похож на судака, блядь. Похож. Не отвлекайся, там же он. Не отвлекайся, только отвернулся. Это такой мелкий вообще. Да, типа таких. С ударом, и он вот тут вот прям уже стоял. Ну то есть это не там. Ну и удар четкий, да, хоть и не сильный. Он как тунец. Нормально, рабочий у него приманка, оказывается. Не соврал. Опять такая. Вот у меня вот так же было. Это рыба. Она не идет ни хера. Не-не, вы с этим, вы с чуваком перекрутились. Ах ты. Чего ты дергаешь? Я его чуть воду не утащил. Он и так опасно стоит, если что. Да, блядь. Я маленький же, а что тут зеленый рыб? Давай опять же пока. Давай, тащи. Я вот тоже тащил, тяжело вообще прям ушло. У тебя еще в льдину? Это я не льдину тащу. Нет, еще есть. Не-не, она тут. Это рыба и рыба. Да. Смотри, кинул в то место, все равно попёт. Ну. Судак. Ой, нормальный судак. Подсак это? Да какой подсак? Тут рюкзак. Рюкзак. О, не суперпад. Да. Подходит как будто бы. Ну я тебе что-нибудь другое дам. Ладно, сейчас дам. Не хоть жить, а не потом. О, нас так себе. Хорош. Лебеди летят. Нормально. Хорошо. Тоже без поклевки, конечно. Мелковато. Ну понятно, что мелковат, но такой все равно красивый. Мне типа просто, как они сказать, тыкнутся, по факту садятся. Причем селка нормально, блин, и вот у тебя, и у меня. Ну как сказать, нормально. А, ну вот. У меня вот два этих пробила. У меня он чисто на жадность доехал. Просто это, как сказать, не жрет нормально, непонятно, поклевка, не поклевка. Это что там за павлин? Слышишь, да? У. Ты знаешь зацеп? Да? 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 Да, это рыба. Причем здоровый, кстати. Лезь, интересно, сюда здоровый. Вон сюда. Сюда такой хороший.
А что он знает? Или лещар, блин. Не помню, сюда. Какой килограмм нет. Наверное, блядь, носится, блядь. За рог? Судак, за бок. Хорош судак. Ну, за бок просто. За мне, блядь. Ты что, видишь, тоже есть он, отлично сюда, чел. Отлично, как я его поймал, да? Поплёвки, нормально. Вот такого вот судачка забагрили, что-то кило 800, наверное. Вот он. Сошел? Нет, вот он. Маленький просто. Прям под ногами, блин, бьется. Умел? Господи, боже. Цена уменьшения они как-то пошли. Ладно, хоть приманка целая. За щекан, короче, он взял за щеку, блин. Этот прям догнал. Ну тоже тут и тоже мелкий. Не, ну классно, процесс идет. Самый кайф. Оплевочка, что-то, ну. Да, все тут. Под ногами практически. Штырь. Ну, кстати, такой штырь все равно не как у тебя. Ну, у меня и приманка, ну, как бы побольше. Видишь, трешка все равно универсальная оказалась. Да, конечно, кто бы сомневался. Что вы такие резвые все? Да, вот прям тут. Ну не крупный тоже. Хотя как? Дерется. А, это... А я думаю, что дерется. Это оказывается зубастая. Тут вот прям. Что говоришь? Ну такой 900 или килошка даже. Ну все, друзья, пришло время заканчивать эту сумасшедшую рыбалку в карадулях на Мёше. Честно, не самая простая река, все равно не самая моя любимая река, потому что самая моя любимая река — это Казанка, но половили мы сегодня тут прикольно. Судачок отзывался сегодня на виброхвостике, причем не самые крупные, причем именно в оранжевом цвете. Оранжевый цвет сегодня прям бомбил. Вот. Ну а так, люди, конечно, кто приехали с утра, поймали очень много, кто встал на самые козырные точки, поймали очень хорошо. А мы так, немножечко подъели, подобрались, какие-то поклевки получили, чему очень рады. Все, друзья, всем спасибо за просмотр и всем пока.